Я считаю, это очень хорошее событие. Действительно, событие, которое, ну, на мой взгляд, как-то будоражит молодежь. Мне очень радостно вообще видеть, что столько участников, именно молодые ребята, молодые барышни, которые, действительно, горят работой и очень радуются тому, что они сами сделали. И потом это действительно вот место, где можно показать работу и где увидят огромное количество людей. Совершенно, казалось бы, люди далекие от этой работы, но они увидят и поймут, что это очень нужно, важное и очень полезное дело. Дизайн – это же двигатель любого дела. Пожелание ваше, союз дизайнеров, на его 20-летие? Ну, я думаю, что надо просто еще больше развиваться, больше привлекать действительно молодые силы и не забывать тех ветеранов, которые трудились много в области дизайна, и как-то учиться у них, и потом, ну, помогать им как-то, может быть, даже своим вниманием. То есть я считаю, что союз должен жить, развиваться, и он должен быть таким... Он самый молодой из всех творческих союзов, и союза художников, и союза архитекторов. Так случилось, что я являюсь членом всех этих трех союзов. Но мне, на мой взгляд, наиболее интересно находиться именно в союзе дизайнеров. То есть это действительно очень креативный союз, очень интересный и, на мой взгляд, очень перспективный. Вот такое пожелание.